Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Вот, глядите, с каким глазом я сегодня проснулась. Вчера съездила в магазин, называется. Я обычно в машине климатизацию не включаю, открываю окна, но вчера было настолько душно, что все закрыла и включила клим. И вот. Похоже, у меня ячмень на глазу. Он, видите, розовый. Набрякло он даже под глазами. Вон какие, ну не мешки, а как впадины какие-то. Кошмар просто. Жду сейчас 8 утра. Пойду в аптеку. Позвонила, дело в том, что врачу. И на сегодня о, 8. Сегодня пятница, и у нее уже мест нету. Записалась на понедельник. Не знаю, продадут ли мне что-то в аптеке или не продадут, поскольку здесь без рецепта. Ну что, Далипран только тебе, наверное, дадут, и все. В Украине с этим намного проще. И придешь в аптеку, фармацевт тебе посоветует, посмотрит твою проблему и что-то даст. У меня ячмень последний раз был, да, наверное, лет 25 назад. Помню, мне выписывали вот так, в таком маленьком тюбике какую-то мазь. И вот надо было, она такая желтая, и надо было ее мазать утром и вечером. И как бы за неделю все прошло. А здесь что будет, не знаю. У меня еще племяшка с Канады прилетает. Ой, ну вообще, блин, больно так, девочки, кошмар просто. Настолько неприятно, и вот, ой, даже трогать не могу. Если есть у кого-то какие-то народные методы, советы, напишите, пожалуйста. Если врач не примет до понедельника, если мне ничего не посоветуют в аптеке, даже не знаю, что делать. Блин, аж вот так вот над бровью голова болит от него. Ладно, девчоночки, всем желаю хорошего настроения, хорошего завершения рабочей недели и увидимся.